Из такой пластиковой бутылки можно сделать очень полезное приспособление. Для начала откручиваем крышку и распиливаем горлышко ножовкой по металлу. Теперь ножом аккуратно делаем продольные разрезы с каждой стороны. Получается конструкция из двух половинок, в одну из которых насыпем грунта и будем сеять рассаду или укоренять черенки. В этой удобной тепличке обе половинки фиксируются крышкой, а когда нужно, можно ее открутить и проветрить. В прошлом году я в такой бутылке укореняла черенки многолетних флоксов. Результат меня очень порадовал.